Оскар. Вот это хорошая идея. Впрочем, шутки в сторону. Звезда мирового кинематографа, актер, подаривший миру десятки выдающихся ролей, Ральф Файнс. Добрый вечер, дамы и господа. Я хочу говорить что-то по-русски. Я писал сегодня мой речь. Райф, если возможно, все-таки в микрофон. Да? Вы... Хорошо. Да. Это извини, извини. Мой речь это не очень смешно, и это чуть-чуть серьезно. Извините. Для меня большая честь участвовать в церемонии закрытия года русского кино. С детства меня глубоко трогала и вдохновляла русская культура, особенно русский кинематограф. Я очень рад, что я снимался кино в вашей стране и работал с многими талантливыми и духовно щедрыми людьми. Это правда. Мы выражаем свои самые глубокие и самые сокровенные чувства в нашем искусстве, в нашей культуре. Во всех жанрах искусства Россия сделала мир богаче. И русские художники продолжают дарить нам свое уникальное видение и свои ощущения. Хорошо. Очень хорошо. Очень. Прекрасный русский. Но кино обладает огромной силой. Кинематограф любой страны знакомит нас с другим миром, с другой душой, дает нам возможность понять друг друга. Лицо актера на крупном плане найдет ответ у каждого. В этот момент мы видим друг друга и узнаем друг друга. В самых ранних русских фильмах Эйзенштейна и Пудовкина лицо глубоко трогает нас. Миру нужны фильмы, которые объединят нас и сделают каждого человека цельной личностью. Пусть же великие художники русского кино продолжают снимать фильмы, которые близки и понятны всем нам, всему миру. И своим искусством жгут сердца людей. Спасибо. Браво. Браво, Райф. Спасибо, спасибо. Спасибо за эти прекрасные слова о нашей культуре, о нашем кинематографе. И спасибо за прекрасное знание и уж точно желание говорить на русском языке. Спасибо. И вам это хорошо удается. Райф, значит, единственное, что вы не сказали, я бы хотел, чтобы все-таки вы произнесли эту мысль, которая меня очень волнует. Вы посмотрели в этом году все российские картины, вышедшие в отечественный прокат? Да, я не видел. Что?
Я не видел. А, ну, вот я. Да, вы видели? Но, нет? Нет, извини, извини. Нет, Райф, я не могу принять эти извинения. Но, это безумие. Как это может быть? Вы не видели всех отечественных картин. Хорошо, мы сейчас это исправим. Итак, Райф, я прошу присесть в этот шезлонг. Я помогу. Я старый. Нет, нет, просто шезлонг особенный. Итак, получайте удовольствие, расслабляйтесь, чувствуйте себя прекрасно, вас любят, вас знают. Да. Мне не хватает кого-то, кто сел бы в этот шезлонг. Райф, конечно, хотел бы, чтобы это была милая дама, но у меня есть другая идея. Дима, можно тебя? Да, знакомьтесь. Hello, Райф. Дмитрий. Райф. Thank you. Thank you. Thank you. Ах, ты смотри, Дим, я правильно понимаю, что ты будешь говорить на английском, нет? Нет, в присутствии россиян я буду говорить по-русски. Я прошу тебя об этом. Итак, приступим. Дамы и господа, Райф Файнс и Дмитрий Дюжев. А вот я люблю песню про зайцев. Кого? Про зайцев. Ах, Рейф, это сейчас не актуально. Год кино. Такого выбора не было давно нашего российского хорошего кино. Очереди в кассах вызвало оно. Долго будет помнить зритель год кино. Если любишь море, ты сходи на ледокол. Про суровых, смелых, бородатых мужиков. Ну а гладко выбритых смелых мужиков в фильме экипаж сыграл Козловский и Машков. Есть детям смешарики, женщинам герой. Трампу вместе с Хиллари день выборов второй. Ну а кто Козловского пламенный фанат, для того найдется фильм о 150. Любишь ты историю викингов, включи. На лицо ужасный, а в руках мечи. На лицо ужасный, тем страшнее оно. Очень-очень страшное про диггеров кино. И если вы от смеха не боитесь умереть, вам рекомендую «Жениха» я посмотреть. А кому 15 лет было, ну хоть раз, фильм «Хороший мальчик», зрелище для вас. Спарта с чемпионами и монах и бес. Дуэлянт с коллектором, с Хабенским или без. Кома, время первых, притяжений, колобрат. Тоже очень скоро выйдут наш прокат. По такому случаю ясно лишь одно. Ребятней и взрослым всем пора в кино. Чтобы все сеансы эти посетить, надо ровно на год всю работу отменить. Дима, ты дождался, тебе аплодирует Райф Файнс и весь зал. Поздравляю тебя. Ну что же, теперь нам понятна история просмотра российского кино. Райф, спасибо большое. Райф Файнс, Дмитрий Дюжев. Внимание, скоро на экране.
Идите, убейте нас! Это был последний богатырь. Россию надо держать. Держать вот так. Становимся свидетелями явления, о котором еще вчера можно было говорить лишь как о фантазии.